С начала года в области Улатау отремонтировали 175 километров дорог. Ранее глава государства заявил, что в историческом регионе необходимо развивать туризм и использовать его производственный потенциал. Поручил президент увеличить и логистические возможности области. В этой связи в регионе постепенно улучшается качество дорог. Как за год изменилась вновь созданная область, расскажет Аяулым Алтынбекова. Общая протяженность автомобильных дорог в области Улатау превышает 2700 километров. Однако состояние дорожного полотна на некоторых участках оставляет желать лучшего. От ухабистых дорог устали и сами автолюбители. Но чиновники региона спешат успокоить. В рамках проекта «Аул Ельбисыгы» асфальтируют отдаленные села, а еще улучшают качество и внутригородских дорог. С момента образования области Улатау произошли положительные изменения. Средства выделяются. В этом году в целях обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения качества дорог в нашем регионе выполнено 175 километров текущего и капитального ремонта дорог. Для этого из бюджета было выделено 11 миллиардов тенге. В рамках программы «Аул Ельбесыгы» отремонтированы внутрипоселковые дороги. Установлен лимит до 2025 года. Но это еще не все. Впереди еще запуск нескольких новых проектов. В результате будут модернизированы дороги, ведущие в Жезказган, Караганду и Аркалык. Ведут в эксплуатацию и дорожное полотно, соединяющее центр с Западом. Также выделены средства на строительство дороги протяженностью 40 километров по направлению Жезказган-Караганда. Дорога компании «Казавто» пролегает в нашу область на 28 километров. Остальные будут территории Карагандинской области. Кроме того, мы проводим ремонтные работы в направлении Улытау-Аркалык. На сегодняшний день из 15 километров проложено 13 километров дорог. В следующем году будет отремонтировано еще 30 километров дорог. Кроме того, для развития транспортной инфраструктуры и туризма в области начато строительство автодороги областного значения Сатпаев-Малшыбай-Жушихан-Думбаул. Стоимость проекта протяженностью более 19 километров составляет порядка 6 миллиардов тенге. Аяулым Алтынбекова, Наргиз Жанабекова, телеканал Алматы, область Улатау.